Доброе утро, дорогие друзья. Хочу доложить вам еще немножко новостей из Полесья. Немножко времени прошло с последнего репортажа, и вот уже кое-что у нас изменилось. Сейчас я стою у себя под балконом, где в прошлом году я стал оформлять палисадник. И немножко хотел я показать и отсюда новостей. Но это в основном обычный цветник такого плана, именно оформление декоративное под балконом. Но в то же время просто как предыстория для попадания на питомника. Вот интересно, у меня здесь посажены вот кусты декоративные. Это барбарис Тунберга, керия японская, хиномелис, спирея. И вот неизвестно, каким образом попал туда самосевная гледичка маленькая. Что характерно, все гледичи, которые я сам сажал, у меня благополучно скончались. Это единственный экземпляр зашел сам. Наверное, с балкона семечко было отбраковано как негодное, выбросил. И оно вот прирослось. А так миндаль очень красиво цветет по весне. Но в этом году что-то основная ветка засохла, вот дал мощный побег. Мы будем надеяться, что будет все с ним хорошо. Вот зацвел тамарикс. Очень приятный розовый цвет. Вот одновременно с сиренью. Здесь у меня посеяны можжевельники, но пока их практически не видно. Они слишком мелкие, чтобы что-то было. Например, ну вот, собственно, мы, на самом деле, буквально подать рукой. Меньше, наверное, 200 метров. Что интересно обратить внимание, мамонтята, вот сидят мамонтята наши. Призимовали они очень хорошо, без потерь, но в рост пока еще не тронулись, то есть практически... Ага, распускается лиранчик. Наконец-то все-таки у меня есть собственный лиран. Вот. А еще здесь одно подаренное растение. Сассафрос. Но он, это, наверное, не будет виден в кадре. Снесло его по самую землю, но почка из земли показалась, так что будем надеяться, что за лето отрастет. Вот, смотрите, сосны вимута тронулись активно в рост. Молодые побеги лещина маньчжурская. Пихта одноцветная. Молодые кленчики серебристые. Багряничек. Вот. А вот такая вот неприятность получилась с моей катальпой. Обмерзла почти до самой земли. Вот только показались снизу почки живые. А меньшая, наверное, вообще умерла. Вот. Еще мои секводендрончики сидят пока. Чего-то ждут. Вот, похоже, выходит из анабиоза араукария. Зазеленело активно, и так вроде готовится к старту. Это молодые сеянцы Сидацуги мензиса. Уже активно нарастают. Проснулась метасеквоя. Видите, как красавица. Вот. Это место, которое осенью было засажено испанскими кипарисами и соснами. Теперь их не видать, почти все они погибли, но все-таки пара экземпляров кипариса умудрилась пережить эту зиму. Вот это, наверное, самый лучший. А вот, наверное, все-таки один из начинающих расти секводендронов. Никак его не видать. Но место теплое около камня. Вот, я опустила место. Ладно, освободилась для будущих посадок. Ну вот общие кадры. Питомничка. Распускается грецкий орех. Уже довольно большой мальчик у меня. Клены, ольхи. Все в желтой пыльце от сосны.
А туя моя уже тоже готовится стать родителем, завязались маленькие зеленые шишки. Сосна скрученная, наверное, вегетировать начала быстрее всех из сосен. Смотрите, уже какие большие длинные побеги. Ага, вот магнолия японская, кобус. Вот она пробуждается. Пока, конечно, еще она совсем малышка. А вот почему-то магнолия обратно яйцевидная. Не пойму, я до сих пор еще не распустил ни одного листа. Не знаю, живая она или нет, пока трудно что-то сказать. Эта палочка это и есть магнолия. Ну вот, наверное, и все. Пока. Спасибо за внимание. До свидания.